Таким был этот понедельник. А какие новости у кировчан и как они провели выходные? Давайте посмотрим. Ездил к детям. Ходили в парк, гуляли. Весело проводили время. Сериалы смотрела. С друзьями погулять ходила. Выходные я в саду был. Поливал. Полол, ухаживал, траву косил. Шашлыки жарили, с детьми отдыхали. Я ходила на обучение по теме кроссфита, вот повышала квалификацию. Я работала и в субботу, и в воскресенье отдыхала и тоже занималась развитием другой специальности. На туристическом слете был. Учились на велосипеде кататься. Ну, сына. Гуляли, отдыхали, ходили на Вятку. Мы ехали в поезде сюда, в Киров. Сегодня выходной для себя устроили, гуляем по городу.